Друзья, всем привет! Сегодня я вам покажу очень большую, очень классную квартиру, которая находится в Мерсине, район ДАУЛТП. Квартира 4 плюс 1 общей площадью практически 200 метров. И вот вы видите за моей спиной отличный вид на море. Если же мы повернемся вот на этом огромном балконе, то увидим район в сторону Алании. Квартира находится на 15 этаже, соответственно, тут вид абсолютно ничего не перекрывает. Комплекс состоит из трех больших домов. Мы, получается, в самом крайнем, который ближе к дороге, за счет этого есть небольшой шум. Но таким образом дом расположен, что большинство квартир выходит на сторону, отличной от дороги. Поэтому шум будет вот здесь вот только на балконе. Вот, на территории этого комплекса есть аквапарк. Вы уже это посмотрели с дрона. Воду еще пока не налили, воду нальют в июне. Горки, детская площадка и территория участка под этим комплексом почти гектар. Так что комплекс очень большой и интересный. Пойдемте смотреть квартиру. Друзья, ну, так как это тут живет большая дружная турецкая семья, квартиру, естественно, никто не покидает, потому что это весело проводить вместе время. Поэтому буду показывать так, как есть. Итак, значит, заходим. Вот это большая прихожая. Привет, Петр. Вот я здесь. А, меня не видно. Хорошо. Налево кухня. Кухню я покажу чуть позже. Заходим. Основное помещение — это зал. Видите, он очень просторный. И на удивление тут очень даже неплохая мебель. Потому что квартира большая и все продается вот как вы видите, с этими со всеми вещами: телевизор, кондиционер, и отсюда тоже, соответственно, выход на балкон. Вот на балконе я уже был, потом покажу еще раз. Там, естественно, стоит комплект мягкой мебели и можно проводить время, собственно, что люди и делают. Да, обратил внимание, что весьма удачно сделан здесь свет. И обязательно вот здесь вот, смотрите, вот здесь вот идет подсветка. Это вот такой стандарт в современных турецких домах. Идем дальше. Тут, видимо, планируется детская комната, но ребенок еще маленький. Поэтому просто вот... пока особо ничего нет, кроме шкафа. И вот этого очень мне понравился столик. Мебель вся из натурального дерева. Видимо, родители действительно заботятся о ребенке. И обратите внимание, есть радиатор, большая редкость. Тут, кстати, должно быть газовое отопление, если я не ошибаюсь. Это мы сейчас посмотрим. Так, еще по коридору тоже есть дополнительная подсветка. И, опять же, редкая штука для турецких квартир – обои. Так, тут у собственников находится спальня с детской. И спальня вид на горы. Вот такая спальня. Также здесь большая гардеробная. И выход в санузел. Иду дальше. Второй санузел. Второй большой санузел с двумя раковинами. Очень удобно. Хорошая квартира. Еще один душ. Очень-очень хорошая, чистая квартира. Мне она очень даже нравится. Большой шкаф. И пылесос Dyson висит. Ни разу еще, кстати, в турецких квартирах пылесосы Dyson не видел. Так, и тут у нас, соответственно, второй балкончик, но он больше как раз технический. Вот, видите, там место под кондиционер, но кондиционер здесь с этой стороны не висит, потому что это север,
И тут, соответственно, друзья, вид на горы. Тут вот что-то отодрали. Так, и вот таким образом дальше. Дальше мы идем с вами на кухню. Кухня, вот как раз кормят малышку. И на кухне здесь еще сделано вот такое рабочее место. Телевизор, остров. Тут у нас большое мероприятие. Газовая поверхность. Естественно, посудомойка, холодильник, духовка. В общем, все хорошо. А, и есть еще один балкон. Очень хочется на него попасть. А разрешите? Я пройду на тот балкон. Да, вот. Есть еще один балкон. И на нем, кстати, тоже реализована еще одна кухня. Честно говоря, не понимаю, зачем еще одна кухня, учитывая то, что кухня вот буквально рядом по соседству. Да, и здесь висит вот газовый котел. У меня в квартире такой же. Мне очень нравится вот эта компания. Диммер Дёктум. Очень хорошее оборудование делает. В общем, друзья, в принципе, показал. Пойдемте покажу еще, какой вид с того балкона. Внимание, соответственно, какой вид здесь открывается. Вот это D400 как раз трасса, которая идет в сторону Алания. И тут вот идет панорама, но вы ее уже видели. И, соответственно, территория комплекса. Вот, территория у нас разорвана, этот дом стоит отдельно. Но жильцы могут пользоваться, заходить на территорию как раз вот этого сдвоенного комплекса. И там как раз вы видели аквапарк, горки и так далее. А тут мы видим море, и вот с той стороны большая эвкалиптовая роща. Так что, друзья, если вам понравилась эта квартира, звоните, пишите. Цена может на нее меняться, соответственно, актуальную цену я вам скажу по телефону. Всех обнимаю, пока-пока.